Дорогие друзья, вот сейчас я вам покажу такую интересную гору. Я вот шел и случайно увидел такое красивое место. Но посмотрите, где живут люди. Это что-то невероятное. Как можно забраться на такую высоту? Ну понятно, что подход к домам, наверное, где-то с другой стороны. Но вид просто потрясающий. Такие, дорогие друзья, бывают места. Ну, такие вот горы. Горы. Все. Надеюсь, дорогие друзья, вам понравилось. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами сегодня Михаил. Добро пожаловать на наш канал. И начну я, пожалуй, с такого ключика прекрасного. Такой серебряного тона он. Видите, такие кристаллы черного цвета. Вероятно, его потерял Буратино. Потом мы ему вернем. Так вот, я смотрю, есть такие мелкие кристаллы. Смотрю, марказиты имеются. Такое интересное плетение в середине. Вот ее обратная сторона. Брошь не имеет клейма, но такой вот, видите, серебряный тон у нее. Вот такая вот интересная брошь-ключ. А сейчас, дорогие друзья, я вам покажу такого великолепного кота. Такой он наверняка очень добрый. Видите, у него такое большое сердце. Такой прелестный кот. С добрым сердцем. Вот и обратная сторона. Угу. Имеется клеймо. Вот оно. Такой вот, дорогие друзья, великолепный котик с большим добрым сердцем. Сейчас, дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста, на эту великолепную брошь, такую огромную такую брошь. Вот она, смотрите, какая большая. Такой великолепный треугольник, такой огромный кабошон зеленого цвета. Интересная такая, знаете, форма. Вот и обратная сторона. Золотистого цвета. И, дорогие друзья, у меня у вас большая просьба. Ставьте, пожалуйста, лайки. Это помогает продвижению нашего канала. Вот такая вот великолепная брошь с прекрасным зеленым кабошоном. А что это? Посмотрите, дорогие друзья, за интересная работа. Такая вот брошь. Великолепной, интересной формы, загадочной. Какой-то стиль. Прям 20-е годы прошлого века, я бы сказал. И такой интересный кабошончик маленький. Светящийся прямо. Посерединочке. Такие вот, видите, свисающие у нее такие сосульки.
такая брошь бронзового цвета такого. Вот и обратная сторона. Очень интересная работа, скажу вам. Брошь прям загадочная какая-то. Пишите, дорогие друзья, в комментариях, что вы думаете по поводу этой броши. Сейчас, дорогие друзья, вам покажу такой цветок прекрасный. Такая вот крупная брошь. Брошь, вернее, лепесточки сделаны из металла. Все покрыто, видите, эмалью. И в серединке такой жемчужинка перламутровая. Такая вот ее обратная сторона. Я повторю еще раз, что это все броши сегодня, по-моему, из лота, да, у нас. Это когда там и лот, и не один заказывали. Такие вот были броши. Вот такая вот, дорогие друзья, брошь. Ее вид с обратной стороны. Сейчас вам покажу тоже вот такой цветок красивый. Такая вот яркая пестрая брошь. Тоже, видите, все покрыто эмалью. Тоже и выполнено из металла. Вот и обратная сторона. Такая вот интересная игла. Крепление. V-образное. Брошь довольно легкая. Тоже достаточно крупная. Так вот, великолепный цветок. Сейчас я вам, дорогие друзья, хочу показать такую вот интересную брошь. Очень красивая, изысканная работа. Обратите внимание, все кристаллы, камни заключены в крапаны. Такой, видите, интересный цвет у них. Такой перелив интересный. Вот эти маленькие кристаллы, я смотрю, покрыты Aurora Borealis. И вот ее обратная сторона. Такая вот интересная работа. Сейчас я вам покажу такую прекрасную брошь. С таким вот брошь-цветок, великолепными такими яркими кристаллами. Видите, она вся усыпана маркизами. И в центре такой крупный кристалл красивый. Все заключено в такие крапаны. Вот ее обратная сторона. Брошь имеет маркировку. Компания Judy Lee. Насколько я припоминаю, Judy Lee компанию открыла некая Бланш Виана, модница и красавица из Чикаго в 1949 году.
и компания просуществовала до 1968 года. Так что вот такие вот броши. Вот такая вот брошь от компании Джуди Ли. А сейчас, дорогие друзья, я вам покажу такую брошь, великолепную, на мой взгляд, необычную, красивую. Это в сегодняшнем показе брошь не из лота, мы ее покупали отдельно. Вы посмотрите, какая она великолепная. Посмотрите на этот крупный стеклянный кабошон в середине, под бирюзу. Посмотрите эти все кристаллики нежно-голубого цвета. Все заключено в крапаны. Видите, какая основа красивейшая на ней. Очень тонкая, удивительная работа. Вот и обратная сторона. И с обратной стороны, дорогие друзья, мы тоже видим, не менее прекрасная работа выполнена. Посмотрите, в серединочке цветочек. Везде идут цветочки такие, узоры разные. Брошь не имеет клейма, но она очень и очень великолепная. Так вот, дорогие друзья, на этом мы будем заканчивать наш обзор. А сейчас, дорогие друзья, все броши выложил вместе. Я хочу вам пожелать хорошего настроения. Хочу поблагодарить вас за просмотр. Ставьте, дорогие друзья, лайки, дизлайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. И до новых встреч!